Вас, кстати, ну как, вам не скучно смотреть настолько простые сюжеты? Там ведь, по сути, все закручено. Все сюжеты простые. Со времен Гомера сложных сюжетов не появилось. Не, ну вот фильм «Начало» какой-нибудь Нолана, он же там хитро На мой взгляд, закручен. Это умышленно чего-то, там это интеллектуальный анонизм, никакого смысла не имеющий, и такие концовки там с крутящейся юлой, а может так, а может так, а может так, это все сделано специально для обсуждений, как этот, как его «Основной инстинкт», где там Шерон Стоун скакала, известно на чем, там камера опускается, а у нее там это шило, айсбрейкер. Что он хотел сказать? Представляете, вот только что все было так, а оказывается не так. Фигня. Это специально для. Это сделано специально для повышения обсуждаемости, пересматриваемости и все такое. Мне такое, вот как у Нолана, вот это мне не нравится. Я такое не люблю. Я это не воспринимаю за головоломки, там еще что-то. Вот ветреная река, все просто понятно, как ты себя поведешь в такой ситуации. Вот это вот хорошо, на мой взгляд.